Ну что ж, мы снова в эфире. Всем еще раз привет. Последний матч, возможно, последняя карта на сегодня в группе С. Vici Gaming, J-Storm против команды Mineski. Первая карта получилась достаточно странной. Last Pick антимага, ответ ОД. Казалось, что все должно быть на равных. Игра должна идти там до 40-й, 50-й минуты, там, может, с какими-то драками тяжелыми. Но по итогу получилось, что Mineski выиграли 3 линии из 3. Антимаг на сложной. Тимбер на центре. Тайдхантер вынес в 27-й минуте рефрешер плюс блинк. И сами понимаете, сами видели, что Vici Gaming J-Storm шансов не было вообще. В один момент у антимага там было 27 канатворса, у Ликана там 9000. И, конечно, в таком матчапе кэрри шансов у Ликана не было запушить Vici Gaming J-Storm не получилось. Хоть и Ликан был, хоть и был Рейзер с быстрым аганимом, но пушить возможности Mineski не давали. Как-то так. Надеюсь, что эта карта будет несколько другой. Я не говорю, что я надеюсь, что будет 2-1. Нет, будет 2-0 и отлично. Будет 2-1 тоже сойдет. Я к тому, что хочется, чтобы игра была поинтереснее. Может быть, все-таки Vici Gaming J-Storm дадут здесь войну. Пока у нас пики немножечко различаются. Как минимум, в VG J-Storm появляется Бэйн Луна. Следом Омни Найт. Не оказался он в банах. Очень забрали его. Старый, старый какой-то прям вот персонаж, которого... Ну, он в банах вообще-то и не оказывается, насколько я знаю. То есть его редко кто банит. Вот, но здесь в VG Storm решили, что пора бы им сыграть. Кстати, довольно неплохой персонаж против комбинации Сэндкинг Лишрак. Это же наверняка дабла будет, да? СК Лишрак. От Mineski. Ну да, конечно. Я... Хотя, слушай, не знаю. Ну хотя, куда еще тогда, да? Лишрак, скорее всего, у нас снова саппорт, Сэндкинг. Так это Сэндкинг Корт, имеешь в виду, будет? Да, может быть. Обычно просто этой пары героев как раз и ходят в сложную линию, потому что у них отлично комбинируются способности друг с другом. Ты кидаешь молнии, замедляешь. Подходит Сэндкинг. На первом-втором уровне Борострайк у него рейндж очень маленький. Вот, поэтому под замедление он подбегает, успевает, дает подкоп. И под этот подкоп Лишрак уже станет. И это все позволяет нанести очень много урона, соответственно, отогнать кэрри от крипов и заставить его прожать какой-то реген. Так, я думаю, увидим третий-четвертый пик от Mineski, уже сразу все станет понятно, что это за Сэндкинг, что это за Лишрак, Корот или саппорт. Потому что у нас на прошлой карте Лишрак-то вообще был пятеркой, по-моему. Да, Лишрак был пятеркой. То есть Mineski не стесняется Лишрака пятерку и Виндрейнджер пятерку. Верка, кстати, по-прежнему есть. Но появляется Рубик. А вот и Рубик. Рубик. Ну все, Сэндкинг тройка после этого. Слушай, Рубик здесь крот. Здесь реально Рубик можно воровать. Против Омни Найта у Луны тоже можно Эклипс украсть. У Бэйна достаточно легко украсть Винсгрип. То есть да, Рубик здесь отлично будет работать. Но видишь, Нинджа Буги такой капитан, который не забывает стиля прошлой меты. Вот это же тоже очень важно, когда выходит новый патч. Какие-то герои отходят на второй план. И какие-то выходят на первый. Но когда герои, отошедшие на второй план, снова возвращаются в игру, такие, например, как Omni Knight, тебе нужно вспомнить персонажей, которые хорошо против них работают. И это Разор, которого в VG Storm забанили, это Рубик, которого забрали Mineski. Потому что, играя Рубиком против Omni Knight, что бы ты не своровал у Omni Knight, это все равно будет очень-очень крутым скиллом. Repel, или Guardian Angel, или Purification. Это все будет очень хорошо работать. Еще один пик от СВГ. Так, кстати, разреши держать в курсе. Конечно. Я, значит, заваренный чай выпил и сделал себе кофе сейчас, так что... Ты скажи, что у тебя по рангу. Ты играл в доту? Не, я не успел вчера. Вчера мы просто очень поздно закончили, ко мне пришли гости, и я весь вечер собирал звездный корабль из Лего. Да, заходите. Заходите в Twitter Force, Follow Force, он там выкладывал фоточки. Прикольно, слушай, а долго собирал вообще это все? Ну, у нас было 6 человек, мы где-то часов 5 собирали. О, жестко. Ну, мы как бы... Чай пили и собирали. Отдыхали, да. Отдыхали, скажем так. Такая массовая чайная церемония была. Да, да, понял. Да. Вот, если собирать более сосредоточенно, то, наверное, можно чуть быстрее собрать. В принципе, не так уж и трудно. То есть там по инструкции довольно легко. Там, знаешь, в больших наборах просто Лего, они расфасовывают их по пакетам. То есть там, допустим, открываешь инструкцию, там первый пакет, да, ты собрал, там потом второй пакет. Если это все высыпать в одну кучу, вот если сейчас этот собранный корабль полностью разобрать, полностью, то даже с инструкцией ты замучишься его собирать, потому что там все детальки перепутаны, и ну, долго можно очень все это искать. А с пакетиками довольно легко собирается.
Дизраптор появляется в EG Storm. Слушай, неплохо. Ну тут похоже, что Omni-Knight оставят одного на лайне, и все силы в EG Storm бросят на то, чтобы помочь Луне, потому что по-другому эту игру, скорее всего, выиграть не получится. Если Луну защемят, а ее обязательно защемят, потому что там, ну, Дизраптор — это не помощник вообще на лайне Sun King Clash-Rack, совершенно не помощник, то игра у EG Storm не пойдет. Им нужно как следует охранять своего кэрри. Появляется Dragon Knight от Ninja Boogie, которого он отдаст, скорее всего, Муну. Я смотрю, Ninja Boogie не боится пикать всяких вот персонажей типа Тимбера, Dragon Knight, которых, казалось бы, на миде можно сконтрить. Ну, не то чтобы прям сконтрить, а сконтрить вот потом по игре. Вот тот же самый ОД по игре Dragon Knight контрит в какой-то степени. Хотя Тимбер намного страшнее против Dragon Knight, а Тимбера уже забанили сами в EG Storm. Так, ну и бан остается последний для EG Storm. Минеске нужен кэрри, правильно, в итоге? Да, желательно хороший против Omni-Knight'а. И тут лайфстилер довольно неплохо смотрится баном для EG Storm. Он будет плюс-минус неплохо стоять против Omni-Knight'а. Ну, вообще, в идеале против Omni-Knight'а это какой-нибудь Monkey King, который его вообще на лайне не ощущает. Но тут банится Морфлинг. Морфлинг, в принципе, тоже против Омника хорош. Учитывая, что Омник пока планирует стоять один, ну, как мне кажется, Морф в комбинации с Рубиком спокойно против этого Омни-Найта отстоит, а потом будет, как бы у тебя получается, два Омни-Найта будет. Рубик ворует какой-нибудь полезный скилл Омника, а потом ты Морфом можешь сам в Омника превратиться тоже, дать самому себе репел, например. Неудобно. Хороших вариантов для кэрри на дайр сторону, ну, от всех не избавишься, это точно. Вот остается Лайфстиллер, остается Monkey King, был Морф, какой-то может быть еще, ну, там, я не знаю, Вивер, например. Вот, что, плохо будет Вивер работать? Отлично будет работать Вивер, как мне кажется. Банится Блати, это, кажется, Сларк. Кстати. Раз уж забанили Бластикера. Сларк — это тоже один из вариантов, что против Omni-Knight'а постоять. Он раньше плохо очень работал против Omni-Knight'а, потому что Omni-Knight, ну, то есть линию с Ларком было очень тяжело стоять, но в какой-то момент люди осознали то, что с Ларком все-таки кое-как линию отстоять можно. И, конечно, впоследствии Сларк — это отличный вариант против Омника, потому что тут даже ГА не спросает, ибо Сларк отгрызает статы в этом ГА, и впоследствии все равно будет крайне сильным. Ну, в общем-то, тут угадать этот ласт пик было совершенно нетрудно. А вот угадать ласт пик в EG Storm уже немножко потруднее. Что тут надо Ромке Резолюшену дать, чтобы он это выиграл? Ну, типа, я не знаю, ну, опять ОД. Вот. Ну, против ДК, типа, на линии. Во-первых, против Сларка. ДК, против Сларка это, ну, такое, а вот в комбинации с Omni-Knight'ом это хорошо. То есть ОД плюс Omni-Knight — это хорошо, и против ДК — это тоже хорошо. Поэтому я бы не на месте СВГ не смотрел бы на неудачу на предыдущей карте и просто снова бы пикнул ОД, но это Эмбер Спирит. Эмбер Спирит — удачный вариант против Dragon Knight'а на линии. Почему? Потому что он не боится его. Вообще, кстати, Эмбер у нас будет играть Евар. Ага. Резолюшн на Луне будет. Хорошо, посмотрим, что из этого получится. Я всегда как-то задумывался над этим, что если какая-то команда пикает ДК в мид, то есть ДК — это такой относительно пассивный персонаж, то всегда против этого ДК можно поставить Эмбера. Потому что самая большая, ну, проблема Эмбера — это лайнинг в начале. Эмбера очень много героев обыгрывают на линии, вот, начиная от всяких там Queen of Pain, Вайперов, Виномансеров, заканчивая там ОД, я не знаю, какой-нибудь там Урса какой-нибудь, Monkey King, они вот этих Эмбер, он очень проиграет сильно, и потом просто ему тяжело камбэкнуть будет. А когда у соперника такой относительно пассивный персонаж типа ДК, ты спокойно берешь Эмбера, и ты можешь быть уверен в том, что Эмбер свои артефакты вынесет. Ну, а потом от Эмбера ты строишь игру. Ну, мне кажется, если все нормально у Муши пойдет, он эту игру может засолить. Может и засолить. Если уж он на антимаге против предыдущего пика так хорошо сыграл, то здесь никаких сомнений нет, что он и на Сларке может так же легко победить. Да, у нас, кстати говоря, Айс на Лишраке. То есть это третья позиция Лишрак. Рубик пятерка, Нинджа Буги, Сан Кинг четверка. Вот так вот, ну, получается здесь. Тоже это нормально. Потому что
принципе, без разницы. Главное, чтобы игрокам было комфортно. Нинджибуги же на предыдущей карте тоже на Сент-Кинге играл, правильно? То есть он привык к Сент-Кингу четвертой позиции. А Айс-Айс-Айс, он будет на Лешраке играть. Ему, во-первых, не впервой. А, нет, во-вторых... он раз на прошлой карте на Сент-Кинге играл игрок команды Vici Gaming G-Storm, по-моему. Ой, да-да-да, это... прошу прощения. Но все равно Нинджибуги очень MSS часто был. На Сент-Кинге... Да, это был МСС. Нинджибуги все равно очень часто на Сент-Кинге играет. Главное, чтобы пара Сент-Кинг плюс Лешрак была сформирована, как вот... По факту, чтобы она была на линии. А уж кто там на Шраке, кто там на Сент-Кинге, это, в принципе, ну, большой разницы нет, кажется, в этом. А в некоторых ситуациях на Лешраке даже лучше играть кор игроку, потому что Сент-Кингу-то что надо? Блинк и все. Ну, хорошо там форстав юл, а Лешрак может и Бладстоун купить, и прям реально крутых артефактов набрать подцепили. Ни Кинга, ни Кинг. Хилится, но не живет. Надо быть аккуратнее остальным. Ай. Ах, постилили. Ну ладно, забрал Мун. То есть нормально. Ну, так, нормально. Хорошо, Мун хорошо. Тоже ждал, чтобы дать свой брисфайр и сделать вот этот последний удар. Ну там, может быть, как-то подбежал бы ближе к вышке, это Томми Найт, пришлось бы там что-то паунсом его под вышкой как-то там добивать, можно было тычка от тавера получить, поэтому... Подумали Минески, что ладно, уж пусть мидер заберет, а не кэрри. Не так это критично. Что по баунти рунам? Баунти руны в боте будут забирать игроки в ЭГДЖ. Должны, по крайней мере, забирать. Три руны за ВГДЖ Шторм. Ну, как, какую-то компенсацию такую получили они все-таки за отданный First Blood. Ну да. Слушай, так первая руна, это же получается 200 золота на команду, правильно я считаю? Одна руна 200 золота? Ну да, да 40 каждому. Не, не, не. 40 каждому. А, ну суммарно да, конечно. Ну, большая разница, я просто сравниваю с First Blood, да, то есть ты на одну руну больше забрал, ты получил 200 золота на команду, за First Blood там дали 277. То есть, в принципе, First Blood это больше, и прикол First Blood в том, что это концентрировано в одного игрока, золото вливается. То есть он сразу может там купить себе каких-то артефактов полезных и доминировать на лайне. А на 40 золота особо не разгуляешься. Пусть и каждый игрок это получает. Да, пока на топе Муш и душат, конечно, Рубик как саппорт пятерка на линии не особо может помочь в данный момент Муша. Нужно как можно скорее там взять уровень 6. Ну, понятно, что не через минуту это произойдет. Пока ну, видишь, терпеть. Вот что происходит в данный момент. Решили в ЭГДЖ Шторм поставить даблу в топ. Так умрет, кажется, Джабс. Решили поставить даблу в топ. То есть Муши не будет получать так много фарма, как мог бы получать, если бы здесь стоял сникинг в одиночке. Но что должно произойти в боте, я даже боюсь представить. Тут Луне, ей не дадут вообще ничего. Она очень сильно будет проигрывать. Сейчас должны убить резолюшн на половике. Вот. Ну, стики жмет, но все равно, то есть он отойдет, скушает танго, у него нет хп. Вот еще один такой подход к крипам, и он умрет. Ну, решили. Ладно, Бейна стан. Ну, Бейн убьем. Окей. Молния. Ах, там снова стики. Но ребята остаются сейчас вообще без хп. И танго штука такая, что нужно ждать. И сейчас к крипам подходить очень опасно. Да, Resolution заказал себе в магазине фласку. Ну, слушай, вот, там официант еще не скоро придет. Да, эта фласка пока подъедет. И их официант явно не получит. Resolution могут еще даже... напихать тут сверху. Ладно, под вышку он вроде как терпит. Плюс-минус стоит. Эмбер себя неплохо чувствует на центре. С ДК идет вровень по крипам. Ну ничего, в этом нет удивительного. Все-таки Эмбер Спирит способен кейситься с Драгонайтом. Опять-таки убивать он его, скорее всего, не сможет. Но кейситься может спокойно. Подкоп. Снова на Бэйна, стан. Бэйн достаточно плотный, стики брейнсап, убить его не получается. Но и при этом сами же Vici Gaming Storm наказать не могут никого. Да, ну, ладно, Резолюшн пока понемножку, но все-таки фармит. Правда, все, в танго все вообще исчезли. Остается только одна фласка. Кстати, не так уж и плохо пока все у Резолюшна. Он, ну, Минески потратили всю ману в боте. У Сент-Кинга маны мало, у Лешрака маны тоже мало. И пока ресурсы не восстановят Минески, они тут прям, ну, так же сильно доминировать, как минуту назад не смогут. Им нужно вот прям, чтобы было на несколько кастов хилов. Там в топе убили Дизраптора. Дизраптор там разменился тычками с Рубиком. Муши тоже ведь весь реген потерял. Ну, Муши огрызается. Ну, ой. Мажет паунсом, правда. А так бы сейчас. За это можно наказать. Поворвал. Есть Глимс. Смотри, отличный телекинез от Джавза, очень своевременный. Дотягивается Глимсом прямо сейчас и...
Есть манга. Манга, purification, удар. Минус на Сларке. А, тут ошибка. Ошибка от мыши приводит к смерти. Не очень приятно. Мун берет на уровень 4 стан. Теперь можно будет Эмбера подконтролить. Если будет плюс 1, то можно будет попытаться и убить. На Рубик пока остается на топе. Уходить отсюда нежелательно. А в топе нужно стараться пулить по максимуму. Джабс находит сейчас обсервер вард. Получает за него экспу. Получает за него золото. На 7 золота больше. Контроль пауэрапов. Нинджа-буги. Руна на топе, кстати говоря, ДД. Для Джабса. На центре очень больно Эмберу. Есть брисфайр. Попадает. Фисты пытался, видимо, заевейдить. Не получилось. Но благо повезло. Вот именно повезло, Явар выживает. Идет Рубик, но у него маны нет. То есть фэтболт бы мог бы дать как-то, он даже хотел, все равно не дотянулся бы. В любом случае. Сларк остается на топе 1, к крипам подходить опасно. У Снэйкинга почти уровень 5, и там уже третий purification, это вам не шутки. Снизу очень сильно проседает Ишрак, попадает станом по Бейну, но маны больше нет. Даже на молнию не хватает, но Ниджа-буги сам пытается уйти, сики имеется. Брейнса получает, надо дать подкоп. Резолюшн, появляется бим. На бим достаточно большой рейндж, но хватает просто удара Бейна. И вот так вот. Нормально, молодцы, молодцы. Да. ВГДЖ Шторм держится здесь. На центре достойно. Атака на Эмбера. В этот раз, наверное, у него идет, хотя Джабс... окей, решили просто даже не пытаться через Сирикина сыграть. Наверное, правильно, Эмбера бы не убили. Вот там флеймгвардом бы сам на развороте бы нормально бы урон внес. Так, баунтосы пошли. Резолюшн, Снэйкинг. И где-то погибает еще Лишрак. Ага. Лишрак погибает при рун-контроле, да. Там. Погиб он. Ну что ж, земля ему. Землей. Я ему землей, все верно. Скан на дайров. На, Мун сейчас будет играть несколько поаккуратнее. Хоть и дизраптор уже уходит. Привозит себе еще и реген дополнительный. Ну, пока не все так идеально у Минески. Муша. Не все так идеально. Муша, конечно, фармит, но могло быть и получше. Хотя, ладно, пока держится. Посмотрим, что будет, что он будет покупать. Вот, может... телепортируется Рубик. Муша, ну, Муша, наверное, ПТ Аквилу сначала сделает. Это уж точно. ПТ Аквилу тяжеловато как-то. Хотя тупит Резолюшн очень сильно, Нинджа-буги. Ну, СВГ убить будет попроще, но Нинджа-буги есть замедление. Броустрайк при этом, да, можно. Есть подкоп. Стан от Айса и Сайса. Телекинез даже не пригодится, но окей. Дабы ну, решили, брейнсап. Да, чтоб он там не... Хотя... Ну, у него брейнсапа нет, он мог бы там Найтмар какой-то скинуть, что-то пожить. Лучше просто его убить совершенно спокойно. Дальше, Муши оставили одного. Ну, Рубик чувствует, скорее всего, что он уже там никак не помогает против этого Омнинайта. Тыкать этого Омнинайта бесполезно руками. У него стаут шилд, плюс пьюрификейшн уже левела 3. Он себя просто подхилит. А вот лишнее давление оказать на резолюшна, это всегда можно. Дракон, кстати, что-то как-то слишком хорошо проставил против Эмбера, как мне кажется. 41 на 16, Эмбер 23 на 3. Айс-Айс-Айс снизу, будет точно встреча. Да, находит Айс-Айс-Айс, очень быстро его убивают, но им нужно отсюда еще и бежать с Инкингу. Нинджа-буги, подкоп, телепорт. Я решил просто... Ну что ж, тогда... Тогда все. Найтмар. Луни еще. Ну и фраг бимом, оставит. Да. Да. Красно. Выход на центр от Рубика. Эмбер есть ремнанты, но если подстанет, дать брисфайр, закончится скоро флеймгвард. По таймингам флеймгварда заходит очень грамотно. Стан, брисфайр и четко под начале действия, да, флеймгварда брисфайр дается. Такой не самый простой фраг, да, то есть нужно несколько, чтобы условий совпало. Лишрака в итоге убивают в боте. Очередная работа резолюшена. Им уже в тройку. Вот сейчас Resolution получит левел 6, и с ним уже как-то тяжеловато будет справиться. Ну, все, Сларк подрегенится. Аккуратненько подфармлю дарпактом лесочек. В общем, получилось так, что линия Минески, Лешрак плюс Сент-Кинг, ну, по сути, не оправдала надежд. Луна, конечно, ну, крипов не так много добивала, 26-27 всего лишь крипчиков, но 2-0-3 статистика у Резолюшна, более чем достойный результат. У него должно было бы быть все похуже, скорее всего, по плану Минески, да и, в общем-то, по моим идеям тоже, в моей вселенной, скажем так. Вообще, моя вселенная — это довольно такое странное место, как ты можешь понять уже.
Выход вниз. От команды Минески. Тут же Драгонайт. Есть Драгонформа. Пока пошел нахер. Кинетик Вилл. Хорошо. Дизраптор выигрывает. Нормально времени. Сейчас пытаются просто игроки команды Вичи Гейминг, Джей Шторм уйти подальше. Ромка Резолюшн без Эклипса. Если было бы Эклипс, наверное, можно было даже попытаться подраться. Ромка сразу же улетает на топ. И будет там фармить. На центре. От Эмбер атака на Рубика. Рубик. Телепорт. Грамотное решение. Ремнант пошел. Фисты пошли. А вот фраг не пошел. Погибает Сларк на топе. А... Б, что это было? Там может быть, ну, давай посмотрим. Может быть, паунс в окно какое-то там, я не знаю. Или... Дайте файт рекап, к сожалению. Я этот фраг не заметил. Я смотрел, как убивали Рубика. И Рубика пытались на центре тоже не убили. Ладно. Что-то случилось со Сларком. Он даже с ультимейтом, понимаешь, в чем прикол? И контроля у меня на это у Луны, я по секрету скажу, не очень много, чтобы как-то... Да, и ну, то есть он, может быть, там, как ты знаешь, потратил паунс, не успел среагировать, его могли бы там, например, эклипсом, то есть он поднимался бы на хайграунд, его эклипсом бы просто сверху ваншотнуло. Там как-то бим плюс несколько ударов эклипса, и он бы умер. Но эклипса ведь Луна не потратила, поэтому, да, действительно, что произошло в топе, большая загадка. Так вышло. И Сларк отправляется фармить лес. Больше, в общем-то, ему ничего и не остается. Стоять в топе против Омника ему уже сложно. Да, в топе к тому же еще и Луна стоит. Луна. Одна Сэджи вместе с Еваром. Нинджа Буги нажимает стики, получает чейны. Подкоп дать не может. Барабаны покупает Драгонайт. Прям в драке они приезжают. Кинетик Вилл ставится. Мун один против всех. И, конечно, один против всех такое себе. Долго живет. Стан еще от Лишарка. Попадает по двоим. Глимсует Айс-Айса назад. Айс-Айс-Айс. Бежать. Глимс кулдауне еще долго. Но просто до конца идут. Аура, к сожалению, о том, не на это не работает. Далековато находится Снейкинг. Поэтому отпускают. Отпускают Айс-Айс-Айс. А вот Джабса не факт, что отпустят. А вот Джабса можно поймать, да. Там Найтмор у СВГ. Это не заметил он Рубика. Похоже, там нет вижена у команды. ПГДЖ Шторм. Рубика все-таки убить не получилось. Идут на Шрайн, активируют его. Вчетвером устанавливают стейки свои игроки в ЭГДЖ. Тут, похоже, будет какой-то выход сейчас от Минески. Или они здесь собрались просто пофармить? Нет, это будет выход. Активируют смоук. Форма у Драгонайта через 10 секунд. У SSS прям совсем все плохо по нетворсу. 2400. На 10-й минуте крайне мало. Хотят убить... кого-то в боте Минески, но находят здесь только Бейна. Пошел эпицентр. У меня на это, скорее всего, телепорт здесь. Нет, есть город Энджел. Он спас? Неужели он спасет СВГ? Даже СВГ неужели не убивает? Нет, все-таки убивает. Слушай, СВГ... мне кажется, Снейкинг погибнет здесь. И все-таки зря в итоге телепортировался, да. Но попытка не пытка. Пошел за своего тиммейта. Не получилось. Грустно. Тавр в итоге еще и падает в пользу Минески. Сларк. Что, кстати, ему Муша? Муша ПТ Аквилла и все. На Творс надо включить, совсем про них забыл. 3600 у Сларка. Надо фармить пока Муши. Купить себе этот Shadow Blade побыстрее. Ну или что-то другое, посмотрим. Бейна почти есть ультимейт. Сейчас немножко внизу пофармит. И уже финиш гриб будет доступен. У Резолюшена практически есть бомб. Хоста для Нинджа Буги. Сразу же телепорт на топ. Будет попытка убить Резолюшена на топе. Резолюшен надо уходить с линии, идти в лес свой, там аккуратненько фармить. Может быть, мы и смоук увидим, если смоук. А, ну смоука нет. Тогда не увидим. Эмбер ПТ Аквилла. И слушай, все-таки на Резолюшена-то выйдут. Он еще и нажимает мом. Ах, не выйдут. Просто Нинджа Буги поставил вард и ушел. А тут прям был бы очень хороший фраг. Ничего не видно, понимаешь, там, да. Как бы тир-1 вышка, шрайн, Т2 вышка, то есть какой-то банальный телепорт от Omni-Knight, и весь твой ганг накрывается медным тазом. Такое могло бы произойти и в боте, но просто игроков Минески там оказалось слишком много, там 4 против 2 была драка, и даже Purification плюс Repel не спасли Бейна в той ситуации. Но вот в топе с Луной такая ситуация может не проканать, то есть там Луна герой как такой более стойкий, более плотный, она и ответить может чем-то. Например. Но нужно быть с Минески чуть поаккуратнее. Конечно, хотелось бы сейчас с Драгонайтом пойти спушить пару товаров в топе, в миде. Стоят тир-1 вышки, которые легко можно забрать при помощи коррозив Бреса Драгонайта. Но спешить тоже не стоит.
Если ты не уверен в каких-то действиях, лучше там пойти пофармить. Главное среагировать с Ветрожатер Пакт. Это прям супер важно. Ох, все. Не прожал. Не прожал. Муше. Ох, успел нажать ультимейт, но там работал Эмбер. Эклипс от Луны. Луну за контролем. Финсгрип на Драгонайта. Никто его не может сбить. Резервишн просто бьет ручкой. Рубик, получая чины, погибает. Драгонайт все еще жив. Рубик при этом тоже живет. Слушай, как много тратит Эмбер времени. Так и делают ребята минус 3. Нинджабуги есть эпицентр. Откапывается назад. Мун попытка сделать телепорт. Но нет, дружище, тебя не отпустят. Это минус 4. Без потери Вичи Гейминг, Жей Шторм. Убивают практически всю команду Минески. Но тут Муши не смог среагировать. Ну и дальше, как карточный домик, посыпались Минески. Да, прям все по очереди. Сначала убили Сларка, потом убили ДК, потом убили Рубика. Всех просто порешили в ГГ Шторм. И доказывают они, что результат предыдущей что карты был Найтбер. Не совсем таким объективным. Пытаются забрать в очередной раз Нинджабуги. Нинджабуги снова умирает. Туда телепортировался Джаб, своровал Purification. Ну да, корень поражения в мидгейме у Минески кроется вот в относительно проигранном лайне, который у них стоял на сложной линии. Там вроде бы и заставили резолюшена каких-то крипов пропустить, вроде и заставили его фласки покупать, заставили его нервничать. Там, может, пару раз Бейна убили. Я уже, честно говоря, точно не вспомню, сколько его там раз убивали, если убивали. Но у резолюшена пока все слишком хорошо. То есть он бегает по карте фармит, а команда без него вчетвером выигрывает все тимфайты. А у игроков Минески, у Лешрака и у Сэнкинга пока вообще нет ничего совершенно. Сэнкинг даже близко не подобрался к своему блинку, у него 150 золота. Хотя многие Сэнкинги 4-й позиции уже на 15-й имеют свой блинкдаггер, когда у них удачно идет игра. Тем временем убили Джабза, у которого был ворованный Purification. Идут драться в ИГЖ Шторм, выбегает на драмах Эмбер Спирит. Драмах, которые там ставил, кажется, Omni-Knight, но... Или это были драмы ДК? А, это были драмы ДК. Ой-ой-ой, какой же телепорт крутой от SVG. Ну, здесь играет, конечно, Муши нагло. Он не видит на карте многих игроков. Пытается собрать эту башню, так и башню не забирает, отдает свою жизнь. Да, вообще-то Сларк — это весьма хороший герой против Бейна. Весьма хороший. Но когда Бейну удается вот так подкрасться к тебе и кастануть финсгрип, ну, тут сори. Тут даркпак не нажать, никак не спастись, и ты просто умираешь. Надо внимательнее быть Муши. Внизу атака на Айс-Айс-Айс. Непонятно, что Айс-Айс-то глубоко делает один. Отстанивается. Может быть, есть смысл кастануть телепорт. Но Айс-Айс решает просто здесь бегать в елочках. Но и за ним идеально идут. В итоге Снэйкинг просто перекрывает проход. Резолюшн перекрывает другой проход. И все. И зажимает бутерброд. Лишь рака его убили. 6000 перевес. Сларк по-прежнему без Shadow Blade. Только Shadow Amulet. Главное, чтобы с этим Shadow Amulet Муши не остался в конце игры. С одним Shadow Amulet без всего. И в лесу. Ох уж эти шутки про Shadow Amulet. Никогда не перестану. А я слышу Shadow Amulet, у меня только одна ассоциация. Не может быть вообще другой. Уже вот настолько. Знаешь, есть ассоциация с героем, там, с Фрейс Кинга весь, ты понимаешь, кто. Там даже с Бримастером, да, сейчас стало. Вот. А слышишь Shadow Amulet, ты понимаешь, что, ну да, есть там один паренек. Там. Оп, потихонечку подходят игроки в ИГЖ Шторм. Минески, похоже, не собираются там драться. Фармят стаки эншентов, между прочим, которые делались для Луны. На втором компе стаков никаких нет. Но, знаешь, Луна, в общем-то, и без этих стаков себя отлично ощущает. То есть фармит вражеский лес, свой лес толкает. Лайн и Глимс плюс статик Шторм. Репел. Отличная работа. Джабс. Я, честно говоря, знаешь, уже похоронил Муши, думал, что все. Скорее всего, он умер. Вот, но Джабс оказался рядом еще с весьма полезным, как бы, скиллом. То есть, будь у него сворован Purification там или ГА, у меня на это он бы не спас. Снизу. Убивает. Снова SSS. Ну, ребята играют агрессивно, нагло, рискуют, но при этом башни потихонечку падают. Т2 остается на 183 хп. Я тебе скажу, что я Минески верю в данный момент. Я думаю, что они могут выиграть здесь. Они могут камбэкнуть. Просто я вспоминаю вот, матчап Flight of Moon Liquid, где тоже был, по-моему, Miracle на Старке. Все было супер плохо. Flight of Moon там вели очень много денег, но тут одна ошибка. Драку Минески переворачивает 5-0. Там были хорошие контрпики. Там был визаж против Темпларки. То есть, как бы, он на стадии лайнинга, конечно, сильнее.
ну, то есть, точнее, темпларка на стадии лайнинга сильнее визажа. Но потом темпларку очень легко убить, потому что ты и рефракшн сбиваешь быстро. И Сларк был против темпларка. Сларк темпларку тоже овнит, потому что сбивает быстро рефракшн и, ну, грызет с нее. Статы уходят в невидимость, снова грызет. Даркпакт ее убивает, у нее мало здоровья без рефракшена. Вот, и за счет этого ликвиды камбэкнули. Вот, а здесь ситуация несколько иная. Да, минески стараются спейсить, стараются лишний раз дать время Сларку. Но вот сейчас Сларк врывается в драку, пытается убить Бэйна. Бэйна Guardian Angel спасают здесь. Есть, да, подкоп, да. Эпицентр моментально сбивается бимом. Сэндшторм уход, Эклипс пока тулун не кастуется. Если Рикенес и Эклипс били. Точнее, дали использовать. Снэйк Кинг просто убегает. Статик Шторм ставится. Ниджибуги. А тут Эмбер приходит. Здорово. Драться минески нечем. То есть им нужно уходить. Там еще и Глимс. Глимс под Эклипс. Эклипс ворует Рубик, кастует его, но там работает флейнгард. Немножечко больно Евару. Евару дает репел, и он идет в контратаку, убивает Рубика. Ладно, тут прям все, все как-то супер плохо. Резолюшн, Жеев, Муши без кнопок. Паунс в кулдауне, Снэйк Кинг до конца. Муши в таверну, стан. Хотя бы МСС убить. МСС погибает. Снэйк Кинг, правда, тоже побит, но есть Purification, есть репел. Все держит под контролем. Снэйкинг. Так можно и Айса здесь подрезать. Не, бояться. Ну, можно было бы дать репел. Там фисты плюс чейны. Маны хватало. Убили бы для широка. Ну ладно. Это было совершенно необязательно для команды VGG Storm. Они и так весьма уверенно действуют. 26-9 счет за 20 минут игры ровно. Юлу и широка. Это первый артефакт после Аркан. Нетворс средненький. Луна 10700. Тут уже манта на подходе. Да, Рубик оказывается только с арканами. Но Сэн Кинга, на удивление, на творце еще меньше. Каким-то образом у него, кроме Транквилл, ничего нет за 21 минуту. Он постоянно умирает. Он постоянно пытается помочь своей команде. И раз за разом ему не дают пережить тимфайт. Он оказывается в окружении соперника и очень быстро отправляется в таверну. Так что ничего удивительного в том, что у него от блинка. Но повторюсь, опять-таки, Сэндкинг, который делает все правильно. Опа, да. Эмбера. Убить, успеет ли, телекинезис. Слушай, контроля может не хватить, но нет, урона хватает. Убили, и... Ну вот так по чуть. Там, правда, параллельно Айс снова страдает. Есть Юл, он его нажимает, выигрывает тут 2,5 секунды, но впоследствии, конечно, его убьют. Сам под себя. Ребята грамотно отходят и... Но это хоть что-то. Хоть что-то минески делают, убили Эмбера. Спейс есть, можно забрать сейчас-то два героя, которые здесь остаются. Тот же Муша сейчас может соло аккуратненько два забрать. Минески играют до БКБшек. До первых БКБшек. Первая БКБшка у Сларка, вторая БКБшка у ДК. И вот уже какие-то перспективы наклевываются, да? Как-то можно будет уже действовать, как-то можно будет играть. Эклипс тебя не бьет, тебя не бьет Статик Шторм, тебя не бьет Эмбер. А это, по сути, вот главный ДПС команды VGG Storm. Так что нужно БКБшки взять. Но, правда, VGG Storm тоже не теряют времени даром. Отправляются убивать Рошана, и они этого Рошана убьют. Вряд ли кто-то сможет. Скану Минески и пропалили это, и муж сразу же сместился вниз, дабы попушить. Там катапульт остается, использует Вичи Гейминг же Шторм Клифф. Все, Рошан падает. Катапульт отобьет или нет? Муж понимает, что надо добить. Но все нормально. Дарпакт, ультимейт и всем пока. Да, его подцепить невозможно. Чинами по невидимым юнитам не попасть. Ну, то есть вот по Dark Pact'у Сларка ты чинами не попадешь. В Shadow Dance сбить телепорт здесь вообще нечем в Вичи Гейминг же. Да, не в Dark, да, в Shadow Dance, конечно же, да. Угу. Подстакивает там лишний раз себе Драгонайт крипчиков для того, чтобы потом все это дело зафармить. Главное, чтобы Луна этих крипчиков не нашла, а то будет очень обидно. Отдать Луне дополнительное золото. Хотят подцепить Нинджибуги. Дизраптор... далековато. Сан, ну, наверное, Кинг его и так убьют. Не постеснялся СВГС кастовать Финс Грип, Резолюшн, Unstoppable. На топе оказывается Явар, видит Айс получает чейны. Можно отправить Фьюл, нажать телепорт. Айс решил просто бежать. Не знаю, на самом деле, правильно это решение или нет, но Явар решил ремнанта не тратить. На центре уже происходит пуш. Рубик получает Найтмар. Выходит Снэйк Кинг. Воруется репел. Джав сдает его под себя. Очень круто сыграно. Смотри, он под репелом и под флеймгвардом сразу. Что это такое, да? Забавный эффект, да. Но этот эффект, правда, не позволяет ему засейвить Т3-вышку. А если Т3-вышка упала, то Луна начинает
очень эффективно разрушать строение. Тебе тяжело подходить. Тяжело подходить, тяжело дефать это, ибо глывы отлетают не только по баракам, там, ну, второстепенным каким-то зданиям, но и тебе по лбу. Вот, это не очень приятно. Сейчас получит 18 уровень резолюшн, возьмет себе Eclipse level 3. Им будет еще тяжелее бороться. А что по БКБшкам? Вот чуть-чуть буквально. Чуть-чуть еще БКБшка на Сларке будет готова. У Драгонайта БКБ уже есть, можно сказать. Зафармлю Retention. И вот тогда посмотрим, как смогут Минески драку провести. Хватит ли им урона? Потому что в данный момент Guardian Angel сбивать нечем. Тоже это проблема. И Омнинайт планируется просто Аганим купить. Грамотно. А потом взять Рафрошер Шард, если вдруг игра дотянется до лейта. Вы сами понимаете. 20 секунд. Физические неуязвимости. Это слишком круто. Ну, все, тут мид придется, видимо, отдавать. Я не представляю, как это можно дефить. Джабуги. Надо быть аккуратней. Стоят центры у команды, вещи, мы же шторм. Да. Мид пал. Но Сларк времени зря не теряет. Он хорошо подсплетил вниз. Там уже крипы заходят на хайграунд. Сларк покупает ГБ. Ну и, возможно, сейчас будет драка. Видит айс пытается спрятаться. Чейн не попадают. Без раптора бы убить. Ставится грамотный сентри вард. Муша понимает, что прям вот так вот взять Shadowblade и в наглую выйти на дизраптора не получится, его заметят и его просто-напросто поймают статик и убьют. Быть крайне осторожным. Поэтому зайти лучше как-то со спины. Сейчас. Но... А можно подождать, пока исчезнет Аегис. 2 минуты, это не так уж и долго. Отспамливаться будут Минески и... Аегис должен закончиться. Но в спину зайти не получится, очень много вардов. Абсолютно все видят Личи Гейминг же Шторм. Там даже Сэн Кинг был в невидимости, но чувствовал что-то Нинджа Буги, что так вот зайти с этим инвизом опасно. Эмбер. Чейны по крипам. Есть Глеймс, репел моментально, Рубик. Отличная работа. Хорошо, что не приходится БКБ в такие моменты тратить, да? А так бы пришлось, конечно. Так бы пришлось, бы смерть, да, либо иначе... пришлось бы за него вписываться в драку, и не факт, что Минески смогли бы нормально провести в такой вот ситуации. Репел плюс мом. Лун начинает бить. Т3. Подходит Сларк, врывается Драгонайт на Бэйна, попытка быстро его убить, но нет. Там пайп использован, хотя более, слушай, Guardian Angel есть, файтбол, хорошо. Муша закрывается этим штормом, но он нажимает блокинбар, все в порядке. Муша при этом получает много урона, Шадоу у нас пока не использует, Снэйкинг. Нормально, сейчас Сларк просто ворует саты, есть подкоп. Guardian Angel от Рубика, отличная работа, убивает Омнинайта, есть эпицентр от Снэйкинга. Резолюшн теряет Эггис, выкупает Снэйкинг. Мун под Guardian Angel, под БКБ. Эмпер получает стан, убивают Эмпер, Спирит, Омнинайт, байбек и Резолюшн после Аегиса, Бритфайр получает, здесь же имеется SSS, погибает МСС, стан на Резолюшн, а Сларк погибает МСС, а наплевать, убили Резоли после Аегиса, вот. Фактически минус 7. Как же круто исполняет Джабс, он дает репел, дает Guardian Angel, переворачивает драку, врывается Сэн Кинг, казалось бы, абсолютно... Без артефактов, но с эпицентром и четвертым бурустрайком. Не минус 7, минус 6 точнее. То есть выбили Аегис и убили 5 игроков команды ВГДЖ Шторм. При этом Омнинайт еще и выкупился. Да, отличная драка. Ну вообще, стоит ли какие-то тут говорить вещи о том, насколько она была хороша для Минески. Жалко, конечно, то, что Сларк не пережил ее. Там, по-моему, он вообще от Дерстрайк умер, что самое забавное. Там вообще какого-то скилла, потому что он умер после уже смерти Дизраптора. После вчерашней критики Иллидана на форумах и в комментариях в различных группах ВКонтакте, вот мы сейчас видим, как надо на Сларке, ну, использовать БКБ. То есть ты влетел, нажал БКБ, дерешься, пока у тебя активировано БКБ. И только после... Так, тут надо БКБ нажать Муну, иначе его убьют, там нажимает. Доджит Глимс. Вот, и потом, когда у тебя БКБ кончается, ты нажимаешь Shadow Dance. Конечно, иногда приходится Shadow Dance нажимать вместе с Blacking Bar'ом, потому что если ты оказываешься под сильным фокусом физическим, то тебе приходится прятаться. Влетает Ember Spirit, цепляет Сент Кинга. Вот сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, Минески. Они только что выиграли тимфайт, но они еще очень сильно позади. Ой-ой-ой. И у них нет главных ультимейтов. Нельзя Рубику погибать не потому, что он топогибнет, потому что у него очень сильный скилл. Сворованный. Хотелось бы его оставить до следующей драки, но Джабс погибнет. Он телепорт кастовал, не хватило там 0,2 секунды, наверное, ну совсем немного. Да, обидно, что потеряли Рубика. Рубик, конечно, может выкупиться, но он постарается сохранить свой байбек. В топ отправляется Луна. Тут сейчас будут через трипл, видимо, ломать вышку. Эндиск появляется у Лишрака. Лишрак, кстати говоря, мог бы, учитывая, что у него есть байбек, продолжать просто пушить бот и стянуть кого-то сюда из... А, или там Травала. А, Траволов-то нет у Эмбера.
Но он может на телепорте прилететь просто. У него телепорт есть. Ну да, он оставил бы ремнант, телепортировался бы, подефал и вернулся обратно. Наверное, если все правильно сделал. Падает эта три вышка. И вторая линия. Без одной линии играть еще вполне реально. Вот было, да, Минески. А без двух лайнов это уже очень сложно. Да, не могут защищаться Минески, понимает, что они втроем. Сан Кинг в любом случае был без выкупа был. Смоук разбили шторм. Тут муши. Паунс. Бежать. Все, уходит на хайграунд. Ну и все, Резолюшн. Вот как только Резолюшн купит БКБ, убить его так просто уже не получится. Потому что Резолюшн убили за счет магического урона, за счет того, что он стоял во все траки просто в стане. Практически не бил. Как только БКБ появится, это работать не будет. Немножко посплитил Драгонайт, улетает на базу. Рубик покупает Аганим, лол. Так, не понял. Откуда Джабс вообще? А, ну хотя у Джабса 5800 на Творс так-то. То есть у нас Джабс пятерка, ну в скобочках четверка. Это круто. Айс-айс-айс нашли, айс-айс срабатывает диск, Рубик ворует бим. Конечно, если сейчас Рубик какой-то ультимейт сворует у Луны. Короче, Джабс может реально переворачивать игру, переворачивать драку. За счет этого Аганима тут есть реально полезная способность. Это Статик Шторм. Это Эклипс, Врейв, Резолюшн, Репел заканчивается. Можно убить, Найтмар. Окей, подкоп пошел по Резолю. Гвардиан Энджел, а то мне на это надо кастовать. Но там магия. Там магия. Опять Руби, Гвардиан Энджел, это Аганимный. Аганимный второй. 9 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, погоня за Бейном. Бейн. Найтмар. Вообще, только я сказал, это происходит через секунду. Рубик просто берет и переворачивает эту игру. Аганимный Гвардиан Энджел очень сильно пришел, и Джабс еще своровал аганимный брейнсап, не грипп, а брейнсап, возможно, я оговорился. Но он тоже очень круто работает, потому что он пирсит иммунитет к магии, да, то есть он работает сквозь БКБшки. И при этом очень низкий кулдаун становится, всего лишь 1.5 секунды. Представляешь, как им можно отпиваться в драке? Каждые 1.5 секунды это 3 сотни чистого урона, который пробивает еще и БКБ. ДПС просто космический. И тут идут убивать Рошана сейчас Минески. Даже несмотря на то, что потеряли они 2 лайна буквально там пару минут назад, они продолжают цепляться за эту игру, продолжают бороться. Печально, что Резоль... Ты видишь, да, как он работает? Да. Что Резоль не купил себе БКБ пораньше. Вот все смерти у Резолюшна, в скобочках, 2. Наверное, причина то, что репела не хватает. Они все-таки являются ключевыми. Вот в этом моменте, если бы Резолюшн выжил, просто нажав БКБ, скорее всего, драку удалось бы перевернуть. Да, там был сворован аганимный ГА, но магического урона в ВГДЖ Шторм предостаточно, чтобы этот аганимный ГА пробивать. Они могут против этого драться. Но БКБ у Резолюшна в инвентаре не оказалось. И он, наверное, очень сильно жалеет сейчас. Только сейчас он обращает внимание на то, что БКБ ему все-таки надо. Использует свой квикбай для того, чтобы его туда отправить и как можно поскорее выфармить. Ну, а вот уже Сларк покупает себе башер, не оставляет байбэк. Вот он, заветный блинк на 31-й от Сент-Кинга. Да. Ну, ничего, мы сейчас на Рубика больше смотрим, как на четверку Сент-Кинга мы делаем пятерки. Сент-Кинг, я думаю, уже и варды покупает, и, наверное, в конце игры оказывается, что Сент-Кинг вардов больше купил, нежели чем Рубик. Там пошли книжки от Лешрака, кто их прочитает? Неужели Лешрак вторую пульснову возьмет? Третью пульснову, конечно же. Блинкдаггер от Эмбер Спирита. У Эмбера тоже, в общем-то, слоты неплохие. Мне такое ощущение, что Минески уже вот сейчас прям чувствуют свою силу, что они могут пойти в атаку, а не Вичи Гейминг же и Шторм. Ну, конечно, у них ведь Аегис есть. И Аегис, да, и в целом... Кстати, насчет Сларка. А не хочет ли Муша купить Нулифайр в этой игре? Нулифайр очень круто будет смотреться против ГА. Ну да, и против целом Луны. Против Луны крутая штука. Да, ты не даешь ей ни БКБ, ни там сатаник в будущем активировать, если он у Резолюшна появится, конечно, в этой игре. Берет талант на ГПМ ДК. Это правильный выбор. Здесь, скорее всего, ему двойная пассивка уже Джабс не нужна. Йол, подняли. Подсейва никакого пока нет. Но, правда, атаки какой-то уверенно нет. Джабсы пытаются пробить, но делают это очень аккуратно. Purification глимсует его назад. Статик Шторм ставит на Джабса. Вот такой вот хейт, финсгрип на... Лишь рака, Рубик моментально выкупается, уже убили Бэйна, больно айс-айс-айс, пошел Эклипс от Луны, Рубик подойдет ли сюда, Рубик подходит, ворует Эклипс, аганимный надо давать.
Надо ждать момента и давать. Резолюшн закончится, скоро блокинбар, и можно. Вот он, Эклипс пошел. Репел пока на резоле. Но урон от Драгона, это от Муши просто чудовищно. У Муши еще в драке был двойной урон. Рубик ворует репел. У Муши 21, уже наворовано. 63 ловкости. Но и Глимс ворует Рубик, убивают и Дизраптора. А может быть еще Дизраптора. И Стикинга глимсануть? Смотри, а, нужен только смотреть. Вижен. Там но... репел, там репел уже будет. Ну, уже репел появился. К тому моменту, когда, ну, там Умнинайт убегал, у него репела еще не было, и можно было бы попытаться его глимсануть, но не было вижена. Были использованы байбеки команды Минески. Выкупался Люшрак, выкупался Рубик, но главное то, что все-таки смогли отбиться Минески, и сейчас нужно... Ну, как-то использовать победу в этом тимфайте, то есть там отпушить лайны, забрать как минимум Т2 вышку на центре, возможно даже Т3 вышку, у Ромки Резолюшна нет выкупа, и должны, мне кажется, Минески это понимать, потому что тут у него, казалось бы, недавно БКБ не было, и тут бах, БКБ появилось. Вопрос, на какие шиши? А вот на такие вот, которые он мог бы оставить на байбек, но в итоге не оставил. Ну, все-таки на Т3 вышку не стали заходить Минески, максимально аккуратно играют. Silver Edge приобретает Сларк, то есть решил не Скади, а Сильвер сделать. Зачем ему тут Silver Edge? Давайте смотреть. Пассивка Луны, ну почему бы нет? Дополнительные статы тоже почему бы нет? Я не думаю, что ради пассивок, чтобы он забивать. Ну да-да-да, он скорее всего просто улучшил свой Сильвер, точнее улучшил свой Shadow Blade, потому что... Ну, собственно, Silver Edge, он как бы дает еще статы, и плюс он, наверное, имеет чуть лучше параметры. Я вот точно не помню, КД поменьше на 6 секунд. Ну и остальные параметры тоже там чуть поинтересней. По логике, Минески могли бы сейчас выйти. У них минута еще, а Егис будет, но, наверное, уже не успеют. Вот если на смог нажали полминуты назад, могли бы куда-то прогуляться. Аганим покупаете. Ох, какая же у нас сочная игра в плане саппортов. Прям саппорты здесь могут творить чудеса. Саппорты, отфармленные саппорты всегда делают игру красивой. Потому что у тебя появляется очередной герой, который может что-то изменить в тимфайте. Когда ты видишь нищих саппортов и там какого-то одного сильного кора, который всех убивает, ну, согласитесь, это скучно. А когда влетает вот этот самый сильный кор, а ему есть что ответить саппорту, там, пятой позиции, ну, это всегда затягивает драку, и там несколько волн инициации происходит, и это, конечно, очень зрелищно. Будут пытаться сейчас Муши опасно атаковать. Муши, Аегис еще будет 24 секунды. Хорошо, тайминги нормальные на самом деле. Муши может сейчас здесь умирать. Команда подойдет. А ты уверен? Да, сколько я уверен. Еще 16 секунд есть. 16 секунд есть. Статик Шторм ставится. Муши с Аегисом. Рывается Эмбер. Муши погибает. Минус Аегис лишь. Должны убить здесь Драгонайт. Драгонайт погибает. Эпицентр от Нинджи Буги. Урона маловато. Муши появляется. Начинает бить Резолюшена. Муши уходит в ультимейт. Ворует Рубик. Снова Эклипс. Ворует Гвардиан Энджел. Что происходит? Господи. Резолюшен, телекинез, подходит Мун, стан. Это просто что-то с чем-то. Джабс солит эту игру. Вау. И, казалось бы, тут в игре Шторм убили Муна. То есть там пошел агонивный статик Шторм Дизраптора на Драгонайта. Драгонайт не успел активировать БКБ, его просто стерло моментально. И Мун потратил свою форму. То есть он выкупился, но выкупился и форму активировать, естественно, не смог. Но Рубик просто выше всех похвал. А есть байбек Луны. Позиции. Давай смотреть. Да, саппорт пятой позиции, байбек, он сейчас, знаешь, игру меняет. Байбек есть? А скиллов-то нет. А скиллов-то нет, Эклипса нет, БКБ в кулдауне, Эмбер Спирит выкупиться тоже не может. Гвардиан Энджела нет, Финсгриппа нет. Но отспамливаются кое-как. Я думаю, что не хотят Минески рисковать, там таймеры на байбеках, правильно висят? То есть только у меня найту у Сларка байбеки. То есть сейчас условно Вичи Гейминг же Шторм убьют всю команду Минески, они пойдут и трон снесут. Поэтому это, не это вижу, значит, такой риск. Да, то что Минески, на самом деле Минески самим нужно как-то сейчас проявить инициативу и напасть на соперника. Потому что если они будут постоянно защищаться, наверняка в ВГДЖ Шторм найдут момент, когда, ну, могут напасть. У ВГДЖ Шторм атака очень сильная, и их атака намного сильнее, чем атака Минески. Почему? Потому что у них есть Дизраптор с агонимным ультимейтом. Да, тут можно возразить. У Джабза тоже есть агоним. Он тоже может дать агонимный статик шторм. Но все-таки, ну, Дизраптору-то как-то попроще это сделать. Да, то есть он просто бежит, видит цель, глимс, статик шторм. Или просто статик шторм и смоука там под какой-то, допустим, Найтмар Бейна. И все, это моментальная смерть. Нечем спасать будет этого игрока. Разве что Рубик может там соворовать репейл, скастовать его, как ты знаешь, в тиммейты, которые в статик шторме находятся. Тут Сларк запасается артефактами, байбек пока что свой не тратят. В общем, Минески самим желательно напасть, чтобы предотвратить ситуацию, когда на одного из их игроков нападут в ВГДЖ Шторм.
Они через 30 секунд могут идти смело, потому что у Рубика появляется Guardian Angel. И тут не надо воровать как-то круто, просто берешь и нажимаешь кнопку, и все. Это правда. Только нужно самим БКБ активировать. Если скастуется ГА таким образом, что Мун попадет в агонимный статик шторм и не активирует БКБ, его просто убьет молниями Эмбер Спирит, его убьет Эклипсом, там, тем же самым статик штормом, брейнсапом, его просто магии закидают. То держать кнопку на БКБ тоже нужно. Драгонайту. Несмотря на то, что Джабс с таким полезным защитным скиллом сейчас бегает. Только 1000 остается у команды VG Gaming. Шторм на пике было около 15. Тота плюс там считал, что процентов 98 в пользу Radiant. Но мы предполагали, что Минески могут эту игру откомбэчить. И, в общем-то, это произошло. И сейчас я бы сказал, что даже у Минески, наверное, шансов чуть побольше. Ну, все зависит от Дизраптора. Ладно, Дизраптор с Аганимом — это имба. Если все круто получится делать МССу, то он здесь, как и Рубик, может сыграть и выиграть драку один. Резолюшн придется только правую кнопку мыши нажимать и просто бить. Вижу смоук. Guardian Angel есть. Будет он еще... Эх, не показывает сколько, почему-то странно. Ладно. Там еще сколько долго. Он будет активен? Угу. А, Spell Steel. Ну, да, не показывает. В дот этого нет. Когда сам играешь, есть. По крайней мере. Ну, я можно вот так вот кликнуть. О, все. Окей. Держит. Брейв. Guardian Angel моментально. Ворует еще Рубик. Репал Guardian Angel от команды Vichy Gaming же Storm. Просто пока никто урон не получает. Eclipse. Рубик ворует снова. Эклипс. Хорошо. Но этого мало. Эклипс не особо много урон дает. Убивает лишь Дизраптор. В Рубик Static ворует Static Storm. Хватит. Что это за рулетка какая-то от Рубика? Врывается Муши на Бэйна. Бэйна быстро убили. Спили Omni-Knight. Omni-Knight более. Omni-Knight уходит в репел. Static Storm по-прежнему остается. Снейкингом. До конца погони идет. Эмбер сбивает линки сфера, пошел телекинез, кстати, шторм на него, не хватает контроля, уже любой стан, есть стан, по статик шторм, да, убивают Эмбер, врывается дальше, Мун, можно убить еще, и Omni-Knight погибает, сыр в последний момент нажимает Драгонайт, по Т4 очень много урона получает Мун в таверну, стан от Айсисайса, но никак не спасает, Айсисайс понимает, что надо бежать, дает юл по противнику, получает чины и погибает, слушай, плохо. Байбеков нет. Теоретически сейчас Vichy Gaming же Storm могут пойти по одной из линий подавить. Подавить. Таймер надо посмотреть, что там. Так. Рубик. О, окей, они откатятся. Рубик 26 секунд. У Лешрака просто денег не хватает. У Драгонайта 3 минуты. Ну, один байбек точно будет. В ГДЖ Шторм играют аккуратненько, идут забирать Рошана. Все-таки, да. Вот, блин, Минески чуть-чуть переоценили себя. Так хорошо начали драку, но задавили по Т4. Им нужно было просто аккуратно забрать Т3, забрать бараки. Или, кстати говоря, уйти просто на вот этого Рошана с рефрешер-шардом. Просто боюсь себе представить, что было бы, если бы этот рефрешер-шард забрал бы Рубик. И украл бы два Эклипса, например, гонимых. Там МСС убивает Нинджа Буги через агонимный статик Шторм. Сможешь не убьет? Пытается выбраться. Сэндкинг, но у Сэндкинга, к сожалению, слишком мало слотов. Байбека нет! Кстати... А, ребят! Все? Там Муши, правда, убивает. Муши без телепорта. Муши без телепорта! Он, конечно, очень быстрый, но, по-моему, Резолюшн сейчас просто разрушит рот. Нет, ну ю... Муши бежит, спотыкается. А, боже мой! Падает Рор! Ну, надо сказать то, что VGG Storm выиграли эту игру, ну, прям со скрипом. Прям... Легко могли проиграть. Шесть. Да, что тут анализировать-то? Какой-то анализ требуется, я думаю, что... Да, БКБ, наверное, пораньше Луни надо купить, чтобы не доводить ситуацию до столь опасных, да, моментов, когда Резолюшн просто оказывается там под каким-то Бороу Страйком, и его, ну, чейн дизейблят, там, по очереди телекинез, Бороу Страйк, стан этого, боже, Драгонайта, стан Лишрака, он все никак не может выбраться оттуда, его бьют, и в ответку он ничего сделать не может. Вот, и вот из-за того, что Резолюшн дважды погиб вот таким вот образом, игра затянулась, и Минески чуть не выиграли, они реально чуть не выиграли. Рубик, который делал вообще вот невероятные какие-то вещи с Аганимом. Вообще, как он Рубика убийств, как у Сларка, ассистов больше, чем у Сларка. Вот, ну, да. Как-то так.